В Кузнецком колледже электронной техники состоялся областной семинар заместителей директоров по воспитательной работе среднеспециальных учебных заведений. Руководители обсуждали внеаудиторную деятельность педагогов, направленную на формирование социальной трудовой компетенции. Эта тема соответствует главной задаче в работе коллектива как преподавателей, так и студентов нашего колледжа. Мы должны выпустить человека, способного не только быть хорошим профессионалом, но и обладать хорошими человеческими качествами. Главная цель преподавателей колледжа электронной техники – воспитать профессионально компетентную, конкурентоспособную и творчески активную личность. Для этого на базе колледжа созданы все условия. Работают клубы и объединения по интересам. Это и патриотический клуб «Эвольвента», кружок «Сам себе учитель», где студенты подтягивают знания по различным предметам, клубы «Молодая семья» и «Мир финансов», которые готовят ребят к семейной жизни. Здесь они учатся формировать и семейный бюджет. Студенты имеют возможность посетить различные кружки, например, факультативы по электромеханике, открытые для ребят и легкоатлетические секции, где основной упор делается на туризм. Все это и увидели коллеги Елены Даниловой, заместителя по учебно-воспитательной работе электронного колледжа.